В преддверии зимы царское село накрыли метели, выросли сугробы, птицам стало нелегко. Воробушки распушились, наевшись ягод, а утки в ожидании булочки караулили на снегу. Но было раннее утро и будний день, людей было мало. И в основном они пришли просто посмотреть на уточек. Полынья значительно сократилась. И многие улетели дальше, к югу. Остались самые стойкие, кто никак не хотел покидать царское село. Голуби тоже собрались около полыньи, ожидая добрых людей. Аэратор все еще один, видно, в этом году больше не будет. Опять кто-то потревожил. Чаек стало значительно меньше, тоже улетели. Утро пасмурное, снежное. Такая вот забава у мужчины. Осталась одна темно-коричневая утка с пятном на голове белым, а вторая ее подруга улетела. Рыжий красавец с белой манишкой на груди тоже уже не первую зиму здесь. Вороны прогуливаются по льду. Прошла неделя с морозами. Даже был рекорд 20 градусов. И вот я пришла опять проведать уточек. Это уточка со сломанным клювиком. Больше на берегу. И люди подкармливают, жалеют. Вот принесли гостяных хлопьев. Она вместе с голубями тут питается овсяными хлопьями. А тут ажиотаж в пруду. Кормилец пришел. И все тут стараются урвать кусочек. Темная уточка осталась окончательно, видимо, не собирается никуда улетать. А тут опять налетели, даже подраться решили прямо на аэраторе. Видно, кусок не поделили. Сегодня людей много, наверное, потому что я позже пошла. Народ подкармливает птиц. Некоторые даже не особо хотят. Видно, уже наелись. Опа, и голуби. И утки, и все смешалось.
хохлатая чернь тоже тут. А то я переживал. В прошлый раз ее не видела. Ныряет. Ворона нахохлилась. Смотрит на все это. Распушилась как. А ее подруги патрулируют лед. Вдруг что утки не доели. Это светленькая уточка. Тоже что-то нашла под кромкой льда. Видно, что-то вкусное. Вот даже селезня прогнала. Опа, крылышки надо размять. Опять пришли очередные кормильцы. И даже на берег. Утки. Поспешили быстрее. Ой-ой-ой, смотри, не подавись. Лапки мерзнут, они их прячут, перышки. А это любительница снег покушать. Кто-то там вороны нашли, ой, спугнулись. Сразу все взмыли воздух. Полетали, посмотрели. Опасности нет, вернулись обратно. Вот так утки в мороз проводят время. В ожидании угощения. И ворона тут что-то уже долбят. Жизнь бурлит зимним морозным днем. Ой, сколько! Рыженький тоже тут. Так вот, как только кто приходит, все быстрее собираются, крякают, выпрашивают еду, хватают ее. Полынья в этом году совсем небольшая. Это грот. Никто воронушку не покормит. Голубь тоже пришел на лед. Он водичку пил, не успела снять. Это теперь у нас ранние закаты. Но еще не закат солнца, просто уже низко. Еще и 3 часов нет. Это что-то там ворона нашла. Сухарик какой-то вот взяла в клюв. А тут посмотрим, что делается по обочине полыньи. Тут видно не очень голодные.
Ну, даже еще и купаются, мороз-то такой. Ну, остелись за ней уточка. Устроили купание. О, как. Хорошо как. Ну, раз даже купаются, утки веселы, значит, зимовка пройдет нормально. И морозов не боятся. Счастливой зимовки, утки. Пока-пока.